продолжаем размышлять, значит, что остроботнистская женщина. Ведь именно здесь бытует такой анекдот. Чем остроботнистская женщина отличается от террориста? От тех, что с террористом можно договориться. И вот такие остроботнистские женщины пришли на кружок индийского танца в городе Сильнаюки. Идет этот кружок Елена Пумалайнин. И подавать индийского языка один герой нашего гендерного проекта «Гендерная Скандинавия». А обратите внимание на лица, сколько экспрессии в движении, а на лице почему-то нет. И как я спросила у Елены, руководителя этого кружка, это достаточно типичное явление. При всей отработанности движения. Возможно, это внутри? А может, на этот вопрос совсем нет ответа? Просто это так. Культура свободного времени. Работе, и на юге. Западной